На нахрен! Вот это было жестко. Приветы. Настало время больших бабах. Сегодня у нас с вами в выпуске сетапы, собранные на базе кабины «Адрон», в качестве вооружения несущие мастодонты, а также имеющие на борту маховик. Ну и само собой, практически главным героем опять же является дамка, которая существенно ускоряет перезарядку мастодонтов за счет перка кабины «Адрон». Тошнители с той стороны уже летят. Сейчас я на всякий случай здесь дамок нароняю, на случай, если какой-нибудь милишник в задницу приедет. Хотя, блин, оп, назад. Если приедет какой-нибудь милик или огник, то дамки мне тут особо не помогут. Давай наваливать Питеру по КД, пока можем. Перезарядка уже есть, меня там спереди напуливают, но это пофиг. Так, первый готов. 409-794, давай еще один зал, просто не отжимая. Ой, сзади уже приехали. 1807, так давай еще чуть вперед. 1472, как хорошо в эту разгоряченную тушу-то влетает, а? 914-55, так, поверху идет тело. 490 и 1120, так, оно спряталось. Ладно, пофиг, ты здесь? Ты здесь, ну привет. 592-958, ну что, добьют тебя там? Отлично, даже не стал заряжать на двойной выстрел, потому что уже какой смысл? О, погоди, надо было сейчас туда успеть. Давай. 1879, вот это хорошо, в скопление деталей зашло, а? 1265, так, отходим. О, блин, просто два мимо, жесть. Ближе. 769, 731, охренеть. Вот сейчас было не очень хорошо, на самом деле очень много урона ушло просто в эти экраны, в эти крупные детали. Ну так давай, вперед, блин, раз ты сюда приперлась. Ай, так ладно, отойду сам назад, давай сюда. 588, плохое попадание было. Спрыгивайте, пожалуйста, сами вниз. Не хочешь, и ты не хочешь. А, вот этот хочет, смотрю, уже слез. Привет! 64-470, держи дамку, я пошел. Так, оно туда под мост ушло, ой. Ах, тыш, слышь. На нахрен! Вот это было жестко. И добил. МБПХ победа. Пипец. Просто такое мощное мясо в качестве разогревочного боя мне подарили. 1902 очка. Фу, это жесть. Это просто жесть. 9822 с учетом бодрости. Едем дальше. Здрасте. Опоздал туда уже. Давать залп. Ладно. Че, приедет кто-нибудь? Нет? Где все эти упоранты с дробовиками? Вот сейчас, в принципе, я думаю, в ближнем бою есть много шансов отмахаться, довольно-таки высокие, там все будет зависеть, понятное дело, от дробовика. 258, и все, вторым залпом не попал, но хотя бы раскочегарил как раз для нашего дробовода. Так, заряжаем пушку. 824, ну как бы все, этот парень приехал. 854, не стал заряжать двойной в этот раз. О, вальсы летят, офигеть, пьяные ракеты. 1034, двойной залп туда. Не надо так делать. На всякий случай дамку. Так, давай залп. 964-56 двойной. Хорошо вышло. Еще давай. 1060 и 630. Так, погоди, не уходи. Да куда же ты? Чего же ты? Зачем же ты? Ушел же ты. Падай! Вот там и сиди. Чё-ка... Ой. Ой, я сам сейчас чуть не это. Так, вот давай ты так не будешь делать. Ёперный балет, здравствуйте! Охренеть, вас тут как много... Красивых, а добил меня Орландо. 911 очков за это поражение, второе место. У врага там уже кто-то в инвиз зашел. А, вот этот кто-то уже здесь. Здравствуйте. Давай спасать Союза. Тихо, не надо тебе, никуда не уходи. Отлично. Жестоко просто так с этих двух огромных бабах прям в кабину. Так, союзник живой, но походу делает не... Ай, вот я дрыща спальнул. Но походу делает ненадолго, потому что здесь вон что. 1947. Там еще мастодон подошел. Сейчас мы его в кабину быренько уговорим. Готово. Охренеть, такие бабахи на самом деле с таким уроном, так часто стреляющие, это просто какая-то жесть. Здравствуйте. 1753-68. Вот это было жирно. 946, так, назад. Что у нас справа? Справа на самом деле надо помогать. И никуда не попал. Вот это да. Ой, здрасте. А вы такой красивый тут внезапный, блин, пришли. Готово. На самом деле, чуть-чуть ему не хватило буквально одного залпа, чтобы осыпаться. Но
Не хватило, значит, не хватило. Снова топ по команде. Упорный. 1230 очков. Берем следующую машину. Hovercraft. Более высокие очки мощи. 19108 здесь. Офигеть, какой жир. Я на самом деле настолько привык стрелять двойными залпами с этих мастодонтов. Ну, стараюсь, по крайней мере, насколько могу. Хотя это не всегда надо-то, во-первых, а во-вторых, из-за этой привычки у меня нередко бывает такое, что я начинаю заряжать выстрел, потом ситуация случается такая, что двойная мне уже не нужна зарядка, я просто на автомате отпускаю зарядку выстрела, а он же не забрасывается. Пушка-то мастодонт в этом случае стреляет и уходит в перезарядку. То у нас есть же другие пушки, которые ты начинаешь заряжать, темпора, например. Ты ее начинаешь заряжать, и если ты ее отпускаешь, то она просто сбрасывается, можешь начинать заряжать сразу по новой. И вот именно эта привычка играет со мной очень злую шутку. А на этих хомах воевать вон вообще никто не хочет. Больше минуты уже сижу, жду, это капец. Ну, кто там? Блин, там кто-то, кто уже спрятался. На Ховере, на самом деле, будет довольно-таки проблематично контролировать отдачу, но ничего, я думаю, мы справимся. 1316,55, спасибо союзнику за то, что не стал таранить, а объехал даже внезапно, и такое бывает. Прям респект. Так, Робин. Сейчас мы с этой ботской инвазией разберемся. Сзади кто-то крадется, смотри. Смотри, на гору пошел. Так, пацаны у нас у Тахтунг. Да, слушаю его, вон он там. Вон он там, ой, сивый, бляха-муха, ну вот как бы и все. Вкратце про эти умы. Ждешь боя 2 минуты, воюешь 1. Не, я попробую еще один бой, но потом вернусь на предыдущую машину, потому что так долго ждать, это ну его нафиг. Надо же, попал, причем двойным залпом попал, еще подогрел для нашего, хотя там огнеметчик и так неплохо справился бы с подогревом, но тем не менее. Так, сзади, здесь синего гоняют, а нет, красного гоняют. Ладно, тогда пускай гоняет, я просто залезу сюда. Флоренс, какая огромная баржа. Проплыла так. О-о-о-о-о-о-о-о. Загнали его так-то. Смотри-ка, загнали. Блин, сейчас и меня загонят. Ну вот опять огник в бочину. Не, нахрен, реально, в жопу эти умы. Я просто беру колесный крафт, и мы спокойно едем на умах пониже. И отбиваться от миликов будет нам проще. Бой нашелся практически сразу. Смотри, и ботов почти нет. Вон здесь один и там один. Все. Идеально. Остаемся здесь, короче. Кайзё, привет. Я, правда, двумя снарядами по тебе не попаду, да я и одним снарядом по тебе не попаду. Так, справа бочину может зайти ховер. Кайзё, здравствуй. На нахрен! 1790 и 113. Это сладкое чувство, когда ты просто заряжаешь свои мастодонты и понимаешь, что все 4 снаряда сейчас попадут в бочину врагу. Прям вот это вот предвкушение, господи, это кайфово. А сюда мы сейчас... а ты чё вперед, ты дашь, не поехал? Назад. Еще. На нахрен! 357 было попадание только одним снарядом, испепелитель тут прилетел. Дробовик, на самом деле, может здесь сейчас развернуться, а может с тыла мне зайти. Это мне не нравится. Так, здесь у нас дробаш и испеп, да? Да, вон, я видел. Просто потому, как подскочил испепелитель, сначала понял, что там дробовик, а потом он и сам показался. Ну, привет! Смотри, какой я косой. Давай ты тоже будешь так стрелять. Он, главное, тоже с этими сдамками. На нахрен! Получил, радость моя. На нахрен в кабину тебе еще! Отлично, победа. Всего 607 очков. Поехали еще. О, Даниэл, ты такой быстрый сегодня. 271, 1209. Ну, Даниэл, ладно, сейчас быстро мы его уговорим, конечно. 304, 800. А вот это приехало тут. 598, ну, как бы все. Да, проще будет отбиваться от огнеметчиков, сказал я, и ко мне приехал в бочину комбайн с копьями. 483 очка, и это второе место. Практически все бои сегодня мы с вами сидим либо в топе, либо на вторых местах. Ну, с такими-то бабахами, в принципе, оно и понятно. Половина боев, по-моему, уже закончилась просто тем, что в бочину прилетал какой-нибудь милик. Даже дробоводы на самом деле вообще уже не так напрягают. Но либо огнемет, либо комбайн с копьями. Говоря тебе провяу, и ты уезжаешь в ангар. Да ладно, всего одной плюхой. Кстати, это тот самый дробовод, с которым мы там дра... Ой, ты ко мне, да? Нет, ты не ко мне. Да ты определись уже, ты сюда или не сюда. Ух,
эти непостоянные боты. Во-во-во, сюда давай. 333 624, хорошо, по-моему. Да, я лишил уже его одной пушки, хорошо, 1390. Какая красота! О, блин, и не попал. Так, сейчас сюда что-то выйдет. Вот, ты где? Что ты хочешь? Что тебе надо? На нахрен, 386 и сколько-то там. Да сзади опять что-то приехало. Кто ты такой? Так, вот это я попал. Этот минус, хорошо. Что? На тебе дамку, Блин. Ну ладно, все равно хорошо тут держался. Правда, только я сказал, что дробовод не проблема, как приехал дробовод. Ну, он, конечно, не один был, но тем не менее. По ходу дела сейчас будет еще один слив. Ну да и ладно. Как на самом деле приятно наблюдать, как просто кусками разваливаются крафты твоего врага. Особенно пока я стоял здесь, в верхней позиции, и стрелял здесь по челику с миниганами или чего у него было. С первого залпа треть машины минус. И минус одна пушка. Потом быстрая перезарядка, еще залп. Упорный, смотри, снова топ по команде, поражение. 1525 очков. Ладно, что-то как бы не корчился, чего бы не делал, вылезаем все время в топ, но при этом поражение у нас каждый второй бой, по-моему, идет. Да даже больше, какой каждый второй? У нас раз, два. Всего две победы было просто за весь видос. Это жесть, это просто жесть. Но тем не менее, мы с вами довольно стабильно вылезаем в топ. Это раз. А второе, довольно-таки уверенно держимся раз на раз против врага. И это с мастодонтами. Представьте, что будет с дикобразами. Я думаю, как раз тему дикобразов мы с вами и продолжим уже в следующем видосе. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.